А всем привет, с вами Тимоха, и у нас в ивенте по Hello Kitty появилась новая вещь, которую мы сможем получить бесплатно. Давайте на нее прямо сейчас и взглянем. Сегодня мы сможем получить вот такой вот миленький рюкзак в виде Hello Kitty, который держится за сердечко, и это вот такой вот, да, это рюкзак, я уже говорил, но он будет цепляться к нам, конечно же, за спину. И, кстати, наконец-то вещь с Hello Kitty по ивенту по Hello Kitty. Вот это да. Ну ладно, погнали скорее получать этот рюкзак. Для начала заходим в этот плейс, ссылка на который тут в описании, и название вы сейчас видите на своих экранах. И если вы не смотрели предыдущее видео у меня по этому ивенту, если вы не знаете, что здесь сделать, то суть этого плейса заключается в том, что нам здесь просто надо иметь свой бизнес. У нас есть вот такое вот свое кафе, где мы должны его обустраивать, обслуживать покупателей, посетителей и за это получать денежки, валюту и опыт. И как раз таки этот самый опыт нам и понадобится для получения рюкзачка, потому что, чтобы получить рюкзачок, нам нужно накопить здесь 25 уровень. У меня сейчас 21, поэтому я сейчас немножко постою в АФК. Вы сейчас увидите, сколько это, кстати, будет занимать по времени. Так, и вот на этом моменте у меня что-то все пошло очень плохо, а все дело в том, что я вообще забыл, что своих работников надо кормить, если что. Если мы нажмем на вот эту среднюю кнопку слева и посмотрим на своих работников, то у них вот на каждом вот из работничков наших, то у них будет вот такая вот шкала радости, и нам нужно, чтобы она держалась в зеленой зоне, чтобы они лучше работали. Если она будет в красной зоне, то они не будут работать, и бизнес будет простаивать. И поэтому сидеть в АФК у нас не получится. Но вообще на нормальный такой гайд, где я рассказывал, как здесь быстро поднять опыт, как здесь что покупать, как здесь что делать. Я это рассказывал обо всем в предыдущем видео по этому ивенту. Ссылка на него, если что, появится сейчас вот по этой подсказке. Так что бегом смотреть. Вот я наконец-то и получил 25 уровень, заняло у меня это 1,5 часа, если бы я не забыл их покормить своих работников, то у меня бы заняло это куда меньше, но что имею, то имею. Вот 25 уровень есть, и рюкзак с Hello Kitty теперь у меня в инвентаре. Вот какой-то такой получился ивент, пишите в комментариях, как вам он, понравился или нет. Лично мне не очень, потому что гринд я не особо люблю, а стоять просто так, ну или играть в какую-то игру, чтобы получить вещь, 1,5 часа, это ну как-то ну слишком. Но так как этот плейс самостоятельный, и он выполнен довольно-таки хорошо, то я ставлю плейсу 8 из 10. И снимаю 2 очка просто за гринд. А, ну и да, кстати, не забывайте то, что данный рюкзак с Hello Kitty мы сможем получить до 30 сентября, поэтому не замедляйте с ее получением. Ну а если здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки, за друзей и, конечно, присоединиться в наш дискорд сервер. С вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи! И, конечно же, хочу поблагодарить вот этих вот замечательных людей, которые донатили мне на стримах. Спасибо вам огромное!